Рамазан, добрый день. Добрый. Вопрос один, можно пару-тройку слов для молодежи, девчонки, мальчишки, кто хочет добиться уровня, ну хотя бы приблизительного, ну, не будем говорить кому, да, но хотя бы какого-то уровня статики. Самое главное это дисциплина, потому что без дисциплины ничего не добьешься. Второе, желание чего-то достичь. То есть если хочешь достичь определенного элемента, если действительно есть желание, то, конечно, достичь. Третье, это правильная программа тренировок, правильно составленная программа. Это уже вопрос либо к опытным спортсменам, либо все через опыт, то есть ну, на это много времени уходит обычно. А так легче всего, если у меня программа, то все. Спасибо, Роман.